До уровня главного паука не дотягивает. Ой, нахуй, снайпер, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из D6? Что должно уничтожить врагов революции? Ну что ж. Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Ну и мы сегодня пойдем за Павла. По крайней мере, в планах у нас, да? У нашего героя Артемки. Опс. Че, шлемом? Каски? Ничего себе. А, наши стволы все вернули, да? Да, это превосходно, конечно. Это что у нас, дуплет? Но это явно будет получше, чем вот это. Хотя я, конечно, хотел бы себе все-таки нормальный дробовичок. Но это, видимо, наверное, если что-то покупаешь дополнительно. Хорошо, минус. У нас потери! Тут бесшумно, это не про нас. Ой, не тут ствол есть нормальный. А, кашечка, вообще пушка. Ты что, дурной, что ли? Я же здесь был. Где трубку взять можно? Ага, хорошо. А, это вот здесь, да, у нас? Не очень. Так, минутку. Так, мы продолжаем. А то у меня с улицы там катафея разрывается. Это сигналка, значит. Пищал. Что, ты еще и в комнату сейчас проситься будешь? Ага, у нас есть лаз наверх куда-то. Ну тут сейф, смотри. Я нашел сейф, но у меня нет ключей от сейфа, да? Очень классно, круто. Ой-бой. Так нельзя было. Ну ладно. Будем знать на будущее. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, станишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик. Патроны кончились. У нас потери. Бойцов. Так, ну много патронов я трачу, если честно. Так, а где-то ключик, наверное, здесь заныкан. Нет? Не вижу ключик. Либо я где-то в туннеле пропустил. Но он должен красным гореть, да? Не вижу. Доска почета. Здесь уже пробовали смотреть. Здесь не видать. Не видать. Хорошо.
Хорошо. Здесь тоже я не вижу. Красный ключик, красный ключик. Так, но мне нужно ствол поменять сразу. Хорошо. Так, наверху тогда нам делать нечего. Так, погоди. А, вот он третий. Я уж думал, я кого-то профукал, но нет. Всех. Ну, идем, значит, вниз. Может быть, ключик попадет, тогда вернемся наверх. Пока они... Опа. Вот он и ключ. Ну, тогда пойдем наверх сразу. Что, золотые патроны, я думаю, они лишними. Зараза. А тут-то так не допрыгнул. Первый раз вообще. Классно все получилось. Где это что? А это револьвер. Не, револьвер мне пока не интересен. 30 патронов всего. Капец, бещерашки. Я-то думал, там что-то нормальное будет. Так, потом вот здесь. Все закрыто, да? Да, все закрыто. Ничего нельзя открыть. Окей, телефоны. Опа, книженца. Это хорошо. Ну и погнали. Куда мы сейчас выйдем? Ёптать. Что-то у вас там много. Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам. Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пуля в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди? Тревога! Враг на территории! Убитый! Тревога! Слушай, ну щелкать их пока приятно. С калашика. Я считаю, только обойму даже еще не разрядил. А уже нормально так поплал. Да, шотит он прям приятно. Мужики! Чем заряжаешь-то, балда? Опа, я на свету, да? Понятно, это нельзя снести. Вообще не понимаю, откуда стреляю. Хорошо, минус. Хорошо, минус, касочка. Хорошо, минус. Опа.
могут еще и все золото же взять. Все, да? Все, ну пойдем лутать. Может еще и калаш какой-то интересный найдем. Пока у них обычные калашики. Интересно, я имею в виду с каким-нибудь прицельчиком. Смотри-ка. А вот это что-то получше, что-то там. На нем установлен. А, лазер установлен. Все, понял. Лазер уже хорошо. Так. А, видимо, я там, кстати, не ключ видел, а именно лазер и был. Хорошо, давай залутываем. Тоже с лазером. Кстати, по глазам бьет лазер довольно-таки. Так, нет, такие дробовички нам не нужны. Вот что не хватает. Надо фонарик подключить. Это вода залутываем. Все. Хорошо, мы полные вообще. Это круто. А значит, нам пора двигаться дальше. Окей, кого-то мы рубанули. Так. Я вон там вижу, что нам нужно что-то подключить. Вот здесь видел тоже куда-то вход. Давай здесь посмотрим. Понятно, тупичок. Тупичок, тупичок. Значит, там точно туда. Где я что-то видел. Это просто свет. Правильно? Да, все верно. А вот здесь что-то интересное. Эй! Там вроде кто-то есть. Сыпай не такое чудится. Что? Тревога, враг! Да ты ж ёбать, твою мать! Кто-нибудь его видит? Нет! Так, ну нормально раскидывает. Потому что скалашка приятно раскидывает. Поэтому довольно-таки реально приятненько. Спокойненько. Можно было, получается, здесь и без палева проскочить. Опа, ключик от сейфа вижу. Ищем его. Ключик от сейфа забираем. Хорошо. Все хорошо. У нас вообще все превосходно, в принципе. Так, здесь, наверное, место для курения. Не, курилка нам не нужна. Нам бы сейф найти, где они его расположили. Где женцу нашли? Так, всего хватает. Здесь дети. Да, вот он сейф, как раз недалеко от ключа. Хорошо. Ну, вообще, здесь, кстати, мало дают очень. А, именно, как это называется? Патрончик. Слушай, револьвер. А что лучше, револьвер или вот эту? Слушай, у меня все равно двузарядный, да? А так хоть 6 патрошков будет. 6 это уже считай, что очередь. И эти простенькие. Хорошо, выходим куда-то дальше. Чего это они там? Да чего?
Как обычно, небось. В телегу бы сейчас задвинули. Что? Труп! Внимание! Противник рядом! Не важно. Придется на калаш подключить. Все, только трое было. Ну хорошо. Так. Что у нас тут? Да все замечательно у нас тут. Нет, тут не латается. Книжки, не книжки, нет, ничего не вижу. Хорошо, ну хотя бы потрошки пособираем. Так, ну явно нам туда нужно. Ползем, значит. Что за гнетущая обстановочка такая? Хорошо. Что-то случилось. Погоди, так я никуда вылез. Мне зачем сюда? Пролезем, не понял я прикольчиков. Мне видно, не туда нужно было. Оттуда я и пришел, куда я сейчас вылез. Так, здесь некуда. Здесь некуда. Отсюда я зашел. И здесь некуда. Странно. Опа. Может, нам, кстати, это вообще тема? И что я упускаю? Хорошо, сейф я залутал, забрал. Здесь ничего нету, туда нельзя. Курилку открыли? Нет. Хорошо, туда мне не нужно. Еще и застрял, блин. Интересно, конечно. Так. А, погоди. Это что? Понятно. То была петля. Видимо, скоро на улицу пойдем. Приступаем к плановой проверке агрегата. Что за? Хрен, шум. Кто здесь? Ты, брат! Теперь тебе крышка! Ладно, давай.
сетку. Здесь сейфов просто, видимо, больше. Меньше дают, но сейфов больше. Сюда, когда зашел, все эти обязанности это были. Хотя... А, ты не хочешь менять, да? Но у меня противогазу хана. Так, минутки-то мы наберем. Хорошо, хорошо. Патрошки-то мы соберем. Калашки обычные. Каких-то оригинальных я не вижу. Хорошо. Но скоро, видимо, на улицу понадобится идти. Здесь надо. Именно противогаза. Видимо, надо, да? Судя по всему, из-за этого он и задыхается. У меня бедненький. Так. Это что, это такой же, как у меня? Да, только с прицелом другим. Нет, тогда оставляем. Мне этот прицел нравится? Да, вполне. Просто там бесплатно, а этот я купил зачем-то. Хорошо, куда тут-то путь? Слушай, это не к сейфу случай. Или... Кажется, не все. Хорошо, патрошки нашли 24 штуки. Окей, больше тут ничего не вижу. Хорошо. Хорошо. Так, что-то мы там записали. Рисунки это тоже хорошо. Оружие. Оружие нам не нужно такое, по крайней мере. Прошлись по кругу. Так, но мне интересно просто сейф. Я нашел ключ от сейфа, и я хотел бы сейф открыть сначала, а потом уже искать что-то по сюжетке. Фильтры, сейф, не вижу сейф. Хорошо, не вижу.
не сюда. Мы что-то открыли, но я не совсем понял, что именно. Либо мы просто что-то включили. Так, здесь мы уже были, кажется. Ты еще и влазить не хочешь так. А так вполне, да? Так, я заблудился. Так, все, понял, где я нахожусь. Теперь выходим, получается, на начальную точку, откуда мы прибыли. И посмотрим. Значит, куда нам нужно? Один, два, какие-то циферки непонятные. Где-то сейф еще должен быть, но сейф я уже, видимо, не найду, поэтому идем дальше. Куда мы можем пройти? Нет, здесь... Просто переход. Здесь мы уже лазили. Тоже лазили. Туда закрыто. Сюда закрыто. Погоди, только наверх. А наверх куда? Ну что мы вообще от этого делаем? А, уже даже нельзя закрыть, открыть. Сюда залезем. Черта не понимаю. Кажется, я просто туплю на ровном месте и чего-то не вижу. Либо тут реально где-то подземный проход. Я жестоко катаком, да? Но если подземный, то скорее где-нибудь бы вот здесь залезть. Нет, сюда нельзя. Здесь автомат. Хорошо, туда нельзя. А где здесь есть? А где телефон, извини? Ага, вот здесь куда-то можно. А, ну это где этот? Все, понял. Окей. Блин. Кажется, я здесь откисну, а просто от нехватки кислорода. Потому что у меня баллоны все-таки кончаются потихонечку. Почему он застревает так часто? Понял. Там не нужно прыгать, просто нужно вперед идти.
хорошо было бы. Давай включим. Что это мы включили, пока непонятно. Слушай, у меня же есть это. Ага, выбраться с территории Красной Армии. Не, показывает сюда. Ну-ка, давай поднимемся. Тут ты, ё-моё, а? Столько раз рядом проходил. Совсем живой. Не стоит. Все, где отдыхает. А, вот так можно было спуститься, да? Хорошо. Оп, снижается. А, мы потрошки восстановим. Так. Где тут снайперы? Хорошо, потрошку сейчас все восстановим, да, я получается, на охрану срабатывают, да, приходят? Видимо, так и есть. Так, раз выход туда. Тогда давай посмотрим, что тут еще есть. По крайней мере, написано, что выход там. Вот здесь еще дверца есть. Но она, к сожалению, не закрыта. Здесь мы, в принципе, посмотрели, здесь что вот это бы забрать бы тоже. Так, а здесь у нас что есть интересного? Ну что так медленно карабкайся? Ты дурной, что ли?
Надо скорее к выходу, да? Так, я где-то ключ находил, но так и не нашел, куда его применить. Ой, как интересно. Ой, как... Ах, ладно. Идем дальше. Ладно, пойдем на выход. Все, не судьба мне сейф найти. Скорее всего, я его еще и видел. И просто тупо пропустил. Долго нам тут еще стоять? Опа, у кого-то там. Черепок раскрошился. Да? Навоевался? Зараза такая. Так, ну-ка давай смотрим. Я боюсь туда идти один. У меня выбора-то нету, да? А я знаю, мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а не... О, это вроде как, да? Надо покрупнее немножечко. Слушай, ну нормально так, патронов надо всадить в головешку, чтобы надамажить. Что-то прям как-то слишком нормально. Так, тебя давай мы еще и подкачаем сразу. Сюда, да? Но у нас и другого выхода нет особо. Еще фонарик севший. Давай. Ну, считай, что выбрались. Понял, принял, обработал, ползем дальше. Тут, конечно, жутко. Че, нас тут кто-то подстерегает уже? А ну лежать! Не дрыгайся, мозги вышибу! Погоди-ка, Артем, ты что ли? А ты кто такой? Мне удалось отправить весточку в ордер из своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Капец, вот оно как бывает. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи. Так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашу весточку,
Там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Дело совсем красное под себя подмяли. Войну почули, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Артём, иди сюда. Мишки нет? Ждал, красный бронепоезд строит. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Откроешь? Красавица, а? Вау. Жуки даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Залезай. Жесть. Курпишка, как классно. Слушай, реально книг не было? Залезай, не стесняйся. Наверное, я опять что-то пропустил. Ну ладно, поехали. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Ну, ничего себе, гонять будем сейчас. Из дрезины обшарить что-то, условно говоря, да? Ничего не найти, получается, зря потратить время, вернуться и ехать дальше, либо я опять что-то пропускаю. Все тут. Интересненько. Ублюдок нам не нужен. Так, погоди. А, вот сюда. Так, ну лучше особо не вылазить. Покатаемся. Либо не покатаемся. В общем-то, тут последнее сохранение проходит. То мы пойдем дальше. Так, хорошо, фильтрики есть. Yeah.
Придется, видимо, да? Пошурудить. Все, сохранение прошло. Значит, на этом мы будем прощаться. С вами, как всегда, был Призрак Геймс. Огромное всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки, просмотры. Ну и увидимся уже совсем скоро. До скорой встречи. Чао.